Доброе утро, дорогие друзья. У нас взяток подходит, наверное, к началу, к самому. Я тут объединял семей, в принципе, с отводками. И не знаю, не укладываюсь я к 12 числу, чтобы что-то придумать с этим лежаком на 48 рамок. 28 есть. Вчера забрал матку одну, подсадил в отводочек. А вот сюда, в первое отделение, которое я делил тут неоднократно, вот, не облетелась у меня матка. Или облетелась, не знаю. Был лед очень хороший, сейчас перестал. Но я вчера подсадил матку, которую... Интересный случай произошел. Подхожу с утра вот к этим семьям, смотрю, что-то выкучиваются. Только встал, глаза протер. А тут по ногам что-то начали бить. Вниз опускаю, кучка пчел, думаю, ну ладно, пойду кофе попью. Пошел кофейку попил, взял, дымарь развел, камеру. Вот, прихожу, так штатив поставил, а он у меня прямо на матке. На травинке матка сидит. Я думаю, вот чудо. Ну, думаю, ладно. Матки, валяющиеся под ногами. Посадил ее в клеточку и думаю, ну, посмотрю, будет, что будет с ней. Ну, куда приспособить ее. Ну, а дай попробую. Вот. И подсажу ее вот это в первое отделение лежака. Ну, я туда ставил еще рамку с маточниками. Ставил рамку с маточниками и вот хотел посмотреть, что там сейчас произойдет. Маточники я вырезал и вчера на скорую руку шприцы поместил и оставил в этой же семье. Ну, матки, если выйдут, в принципе, матки от хороших семей. Вот, может, они куда-то пригодятся по назначению, но сейчас да нужны они. Ну ладно, давайте пойдем посмотрим, как чувствует матка. Матку я подсаживал через колпачок. Так. Ребята, как я балдею от эпидомика. Спать в нем. Ходишь на всю ночь. Ой, кайф. Полный. Встал с утра. Вчера поздно лег. Отдыхаешь, конечно, то есть энергии он дает много. Все-таки. Кажется, умудоханный 12 часов уже. А потом с 5 утра. Так, дымарь не разводил. Кстати, так, вот у меня шприцы тут стоят. Ну-ка, девочки, давайте посмотрим, что у вас здесь. Ну, слабенько, слабенько. Вот какого расстояния не хватает заполнить еще. То-то расстояние все заполнено. Пока слабенькая семеечка. Так. Давайте понаблюдаем, как они относятся к матке сначала. Наверное. Так, ну, тут есть медочек. Чуть-чуть. Тут тоже. Ну, тоже есть пока. Как говорится, пчелки пока жируют. Здесь нету расплода. А, нет, есть эта рамочка расплода, есть. На ней же маточники были. Так. Рамочка расплода. Я не исключаю, что здесь еще своя матка есть. Вот. Но не могу я ее найти. Ё-моё. Блин, вон она, неплодка. Вот она, неплодка. С утречка нашлась. Неплодка.
Вот она, вот она, вот она. Так, где ты, красавица? Только тебя видел. Ё-моё. Так, здесь у нас не плодочка, а я еще подсадил маточку хорошую. Так, где ты тут, красавица? Ё-моё, только видел. Вот стоит отвлечься чуть-чуть, и все. Сейчас не найдешь. Стоит чуть-чуть отвлечься, и уже сейчас не найдешь. А, вот она, вот она, вот она, вот она, молоденькая. Молоденькая, ее кормят здесь. Вот она, может, видно вам будет. Больше не буду от нее глаз отводить. Сейчас она заберется сюда, чтобы ее руками не трогать. Вот она забралась. Кажется, да? Нет, она не забралась. Вот она. Забирайся. Дерутся. Блин. Ну, теперь я знаю, что здесь есть неплодочка. Так, ну вот она поднялась. Сейчас бы еще ее здесь не выпустить. Два трутня залезли, блин. Говорит, на, медь нас. Так, ну-ка давай, толстяк, вылезай. Тебя я не выпущу. Еще третий там болтается. Идите отсюда. Они, смотри, около матки все собрались, а. Захотели. Вон на матку все, а. Смотри-ка. Вот, а мы тебя сейчас пометим, красавица. Так, ну, слава богу, тебя нашли. Тут у меня коллеги матки пропали при подсадке. Надо будет отдать для тестирования. Так, не вижу, слепошарый. Но как бы то ни было, появляются идеи. Как все-таки этот лежачок разогнать? Еще есть 6 дней. Маточка вот обсохла.
Как я сегодня с утречка увидел, а? Хорошо, замечательно. Вот, маточка обсохла. А сейчас я посмотрю, что у нас с той и с маточниками. Вот. Ну, давай-ка я тебе рамочку поставлю. Аккуратненько. Нет, давай я тебя выпущу прямо на рамку. Надеюсь, ты полетишь. Давай, беги. Беги. Беги на рамку. Я посмотрю, как вы к ней относитесь. Не хочет с колпачка подниматься. А, вот все, пошла. Пошла. Вот, беленькая пошла. Так. Ну ладно. Вон они ее чистить сразу начали. Нет, значит, эту маточку. Она уже яйца ложит, молодая. Вот эти семечки я для разгона дам еще чуть-чуть сиропчика. Так, рамку с маткой возвращаю. И теперь у меня тут стоит еще матка под колпачком. Вот у меня стоит матка под колпачком. Матка бегает. Матка бегает. Все-таки я ее, наверное, отсюда заберу. Заберу. Как тут есть маточка, у меня еще здесь висят маточники. Как, кстати, маточники себя чувствуют? Вот маточники еще висят, там три штучки. В принципе, они к ним относятся хорошо. Вот что делать? Есть маточники, есть две матки. Одна матка, которая под ногами валялась. Ну, вот тоже они относятся, в принципе, лояльно к маточникам. И есть, я думаю, что там плодная матка, потому что она сеет. Так, ну и здесь вот такой небольшой маточник. Так, маточники я оставляю при любом случае. Вот эту матку я все-таки, наверное, заберу, которая валялась под ногами. Вот я ее заберу. Отсюда оставлю им ту свою, которую они выводили. Так, ну-ка забирайся пока, пока я клеточку не взял с собой. Да, клеточку не взял с собой. Ни шприца, ни клетку. Забирайся, все, давай. Вот зараза, а? Не забирается. Ну что, руками тебя брать, что ли? Руками тебя брать, что ли, а? Девочка. Ладно, давай. Уйдите отсюда. Уйдите все отсюда. Сейчас я вас, обслуживающий персонал, в клеточке там положу. Блин, шустрая зараза. Поднимайся. А, не поднимается. Давай, поднимайся. Ладно, давай попробуем тебе так загнать. Так, обслуживающий персонал.
девочки, обслуживающий персонал. Раз. Два. Молодые пчела вылезают отсюда. Так, ладно, пока вам тебе одну пчелу оставлю. Ну, тряпочку здесь. Пока вот так вот. Так, ну я уверен, что здесь теперь есть молодая матка. У меня висит маточник, висят маточники, но они висят закрытые. Вот, если подохнут, подохнут только с голода матки. Так, все это я возвращаю назад. Матку я все-таки, наверное, клетку поставлю где-нибудь. Пока. С рамочкой рамочку расплода, наверное, прямо в центр, вот здесь вот. Блин. Кажется, есть возможность еще. Так, и пока идите вот так вот, больше я вас не буду трогать до 12 числа. Еще все-таки я хочу посмотреть, что тут получится. Вот. Ну, этот лежак, не знаю, стоит, не стоит показывать. Давайте посмотрим, что там происходит. Вот, сейчас этих закроем. Вот. И вам сразу покажу. Тут посильнее, конечно, на порядок. Вот. Матка здесь еще, матка хорошая. Сейчас это уже не две семьи, сейчас это уже одна семья. Вот. Одна семья. Вчера считал я тут, ну, если с засевом считать, 12 рамок расплода. На 12 рамках расплода. И здесь матка. Старые дымар не брал. Но щелки есть. Тут и пчелки. Ну, есть тут щелки пока. В принципе, сидят на всех улочках находятся. Не знаю, конечно, сколько их там на всех улочках. Ну, крайние рамки понятно. Давайте вот здесь хотя бы. Так пахнет метком. Лощинку строят. Лисочка, зараза. Так, давайте-ка пока вот так поставлю. Вести не хочу. Какая-то вот такая вот, не знаю, обсидка, конечно, не такая, не на всех рамках такая обсидка. Вот тут с краю-то, конечно, поменьше.
маточник нигде не тянете. Тянут. Тянут вон мисочка. Ну-ка, с молочком, без молочка. Без молочка. Опля, есть. Есть маточники. Мисочки тут. Вон все. Опустить вас. Так, тут молочко. Я не взял шприцы. Так, я сбегаю за шприцами сейчас. Побыстренько. Но все-таки соберу я молочко чуть-чуть. Сколько тут будет возможности. Ножик у меня есть, а шприцы у меня. Шприцы у меня. Не взял, не подумал. Пару шприцов есть. Так, ну если маточники тянут, будем пока срывать. Точнее, не срывать, а собирать пока маточное молочко хотя бы. Пусть хоть какая-то польза будет. Деликатеса. Ну-ка, подвинься. Ну, пусть домой гостиницу отвезу. Неудобно с лежаком работать. Ну, во всяком случае, в эпидомике. Так, это найти вам. Будем смотреть дальше, что тут есть с маточниками. Ну, здесь ничего нет. Вот этого трутня, наверное, все-таки я удалю. Чтобы он здесь не плодился. Трутень есть. Сейчас у нас он не нужен. Тут уже на выходе. Вчера при объединении как-то она похуже показалась, семеечка. Сегодня она поприятнее выглядит. Так, вот это весь. Всего трутня. Вот тут еще мисочка как раз. Вот тут она пустая. Так, ну что, придется просматривать все рамки. Тут, кажется, чистенько. Да, тут чистенько. Почищено все. Так. Трутни личинку сразу оттащит. Щинка недостроенная.
Так, у меня вообще что-то, у меня мысли приходят все-таки как-то дотянуть эту семью. Вот тут медок есть. По гнезду-то раскидан медок. У меня есть тут идейка. Вот они зашумели с моими идеями. Есть идейка все-таки догнать этот лежачок. Тоже тут что-то подливают. Что-то подливают. Пурга. Так, ну ладно, тут не буду смотреть. Там не буду смотреть. Вот гнездо у меня сейчас в дальнем конце. Вот, гнездо у меня сейчас там. Фу. Вчера поработал, реально еле живой. Сейчас полезу в гнезду. Наверное, пока вот так вот. Блин, все-таки, наверное, я разгоню его тебя. Блин, неделя еще, а. Чуть-чуть опоздать могу. Есть идея у меня там, раз молодая матка появилась. Раз молодая матка появилась, значит, есть идейка у меня там. Матка теперь помечена, она сеет. Ну, на каждой рамочке есть медок. Так, ну-ка дайте-ка я вам тут что-нибудь здесь. Ну. Занимайтесь делом. Пирога. Так. Нет, вощину, наверное, гнезду. Вощину, наверное, гнезду. Так. Тут не могу сказать, потому что... А, нет, тут, тут расплод. Расплод открытый. Тут есть печатный, есть и... Вот тут мисочка. Мисочка, мисочка с молочком, без, это, мисочка без молочка. Так. Давайте сразу вощину поставлю вам сюда. Поехали дальше смотреть на мисочки, если они есть. Мисочки или маточники. Так, тут я это все сломал, хозяйство. С чего тут расплод, мисочку вижу, но у меня все-таки такое впечатление, что, блин, нужно забирать матку, но пока не знаю, вот спрошу
у коллег на форуме, что люди посоветуют. Пока мыслей много, вот работаешь и приходит. Но объединились, кажется, хорошо. Объединились, кажется, хорошо, слава Богу. Есть что такое? Так. Ну, если матку убрать сейчас, через 6 дней здесь, ну, здесь все строится, все замечательно. Здесь уже подходим к гнезду, то, которое формировал. Так, ну что, дурнины? Пока... Ну-ка, посмотреть точно нету. Хорошенько смотреть надо, потому что не дай бог спихнуть вас. Трутня немножко, чтобы они на этой рамочке чуть-чуть работали и активизировались. Так. Лощинку. Страшненькая. Лощинку тянут. Еще, может, матку найду сейчас здесь. Нет, лощинку тут они отстроили. Давай-ка перевернем на другую сторону. Сильная семья есть сильная семья. Это разговора нету. С ней работать приятно. Она все сделает за тебя. Это со слабышами сейчас, с отводками вот возишься. Вынянчиваешь их. Маток выводишь. Дальше. Тут расплод я собирал. И матка была в этом конце у меня. И медок. И медок вот здесь есть. Опля. Вон он висит, красавец. Вон он висит, красавец. Так. Фу, да не надо мне больше вас. Не надо мне больше, девки. С вами-то и так вот с таким хозяйством. Ну, кажется, и хозяйство маленькое. Блин, ну тяжеловато. Так, ладно, все нормально. Щинка, да, щинку они оттянули. Мисочку он сразу натянули здесь. Может, этот маточник и висит для того, чтобы я убрал матку. Матка у нас сейчас где-то, мы дойдем до сюда. Может быть, этот маточник именно висит для того, чтобы я убрал матку. Маточник-то неплохой. Они ухаживают за ним. Старушка тут мне очень хорошая понравилась. Она перезимовала, она отлично. Мне все равно надо. А, ну, шприц какой-то есть один. Пока посажу туда шприц. Если найду. Yeah, but...
тянут. Тянут мисочки, мисочки пустые. Вот как, сейчас нужно принимать решение. У меня есть маточник. Матку вот сейчас должен я найти в этой ораве все-таки. В этой ораве я все-таки должен найти матку. Беглым взглядом. Да, честно говоря, хорошо бы тебя найти-то. Кажется, я оставлял вот в этом отделении гнезда. Так, уже потяжелее что-то. Не вижу, она меченая у меня была. Так, ну тут уже потяжелее что-то такое становится в конце гнезда. Вот и маточка, отлично. Вот она беленькая. Отлично. Все-таки, ребята, я принимаю решение сразу тут на ходу. Я забираю матку отсюда. Матка мне, она, в принципе, дорога. Матка хорошая. Я ее сажу на одной рамочке расплода. В другое место. Так, матку я забрал. Девочка, я надеюсь, не умрешь. Вот такая красавица. Вот, не знаю, видно вам, не видно. Вот такая красавица. Вот она. Так. Ну а все, сейчас комплектую гнездо. У меня есть один маточник. К маточнику они, посмотрите, как хорошо относятся. Они его облизывают весь. Вон они как. Вот. Я вижу, что в принципе это риск. Риск такой небольшой, но риск. Вот. Эту рамку я поставлю прямо к литку. Прямо к литку поставлю. И маточник тут уже, ну, как раз, я думаю, что дней 10 ему. Вот. Как раз на медосбор выйдет молодая матка. Ну, а это все хозяйство я комплектую. Соответственно, мед и расплод весь сейчас соберу вот в эту часть гнезда. А тут более-менее сухие рамки оставлю. Еще раз проверяю на всякий случай наличие маточников. Начали драться. Короче, чтобы с вами не мучиться здесь долго, нате вот сюда рамку сухую. Эй, все, начали бить. Я дымарник же не развел, девки, а? Не надо так.
здесь улочки сделаю пошире. Чуть-чуть. Чтобы метку побольше было. Блин, на 48 не выйду. Даже с той молодой. У меня сейчас есть, можно считать, вот маточник. Точнее, не маточник у меня есть. У меня есть... Там три маточника и матка молодая. А здесь... Пустая сидит. Как не пустая? Ну, вот столько тут есть пчелы. Пчелы и маточник. И один маточник. Вот что они будут делать сейчас? Ну никуда они полетят. Никуда они не должны полететь. Не должны, но неизвестно. Так, и вот этот... Где до литка-то? А, вот, дошел до литка. И ставлю этот маточник прямо напротив литка. Вот как-то так. Блин, у меня рамка тут нестандартная, ну ладно. Встала она. Ребята, на всех рамках есть мед. Пока я не могу сказать, что много, но есть. Есть. Пчела, кажется. Тоже есть. Так, немножко. Так, и сколько у нас тут рамок сейчас получилось? Я наставил. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять. 29 рамок. Ну, там 6 улочек еще. Сколько пчелы выйдет. Ладно. Продолжаем. Все-таки мы продолжаем. Вчера думал бросить этот эксперимент. Но сегодня пришел к тому выводу после вот такого осмотра, что эксперимент будет продолжаться. Еще есть неделя. Еще у нас есть неделя, и думаю, что какие-то положительные действия должны быть. Но если уйдет рой, рой уйдет хороший. Вот. Ну а всем удачи, добра, всем хорошего года. Я считаю, что пока все идет отлично. До свидания, работы много.